В эфире НТРК «Новости» и в продолжении новости спорта. Вырваться в лидеры турнирной таблицы и вернуться в премьер-лигу. Футбольный клуб «Кызылжар» продолжает серию уверенных побед. На своем поле наша команда принимала актюбинского противника. Какого добились результата, узнаете из нашего следующего сюжета. Команда «Актобе ЖАЗ» – аутсайдер чемпионата. Она стоит внизу турнирной таблицы. Потому кызылжарцы, уверенные в своих силах, начали игру с тяжелого прессинга. На 19-й минуте первый гол противнику забил Мамоду Сисей. А через 20 минут счет удвоился. Павел Кривенцев, успешно воспользовавшись точным ударом Сисея, головой забил мяч в ворота соперника. После перерыва атаки наших только усилились. Казалось, они совсем не устали и готовы добить актюбинцев. На 46-й минуте гол забил Максим Драченко. И уже через 6 минут он оформил дубль. Еще через 2 свой второй мяч отправил в ворота соперника Павел Кривенцев. На табло 5-0 актюбинцы уже отчаялись даже выйти из сухого счета. И не зря. Артем Черединов забил еще один мяч противнику. Матч завершился со счетом 6-0. Если «Кызылжар» продолжит так играть, это поможет ему вернуться в премьер-лигу. Но пока об этом говорить рано, отмечает главный тренер. Позиция, во-первых, укрепиться должна после исходов, как сказать, последнего тура. Тогда она укрепится уже конкретно. Поэтому еще 10 туров. Нам самое главное сейчас сделать ту разницу, которую мы отстаем от наших конкурентов, в частности, от Алтая и Каспия. Сейчас «Кызылжар» находится в тройке лидеров турнирной таблицы. У него 35 очков. Следующую домашнюю игру североказахстанский клуб проведет 24 августа против команды «ЖТСУ-Б». Светлана Дроздецкая, Саят Ермек, Адиль Нуржанов. Новости МТРК.